через пару родных сколов. Под стеклом моменты отсутствуют. Ключей. Это все так. Честно, даже не знаю, откуда это все ключи. Так приехали. Так, сиденье в оригинале, в идеале. Руль идеальный. Не крашеный, не перешитый. Полностью в оригинале все. Педали. Заводской протир, вернее, опять же, не меняли ничего. Кондиционер, вебаста, на двигатель, на салон. Это на двигатель, это на салон. Подогрев сидений 1-2, 12 вольт, это еще вебаста. Дополнительно еще какая-то, короче, тут тех вебаст куча, и заводская, и еще дополнительно. Так, в принципе, салон ухоженный, чистый, пластик, магнитофон заводской, мерседесовский. Так, никаких моментов нигде нету. Резина сзади тоже. Зима, арки целые, арочки все, ой, зима, говорю, лето, Мишелин, в принципе, одинаковые везде. Нигде ржавчин, ни дырок, полностью живая, а рессоры, кстати, две рессоры. Общий план. Вот здесь вот чуть-чуть такое небольшое что-то. Лампы дневного света, вон одна, вон вторая по будке, вон третья. Thank you.
Надо с этим.